Здравствуйте, в эфире новости, в студии Алексей Вербицкий. Сейчас о главных событиях этого дня. ЧП в Первоуральске. Десятиклассница спрыгнула с крыши школы. Родители и учителя в шоке. Полиция ищет причину. Ситуацию пора менять. Городская дума приняла поправки в бюджет, чтобы отремонтировать дороги Первоуральска. Начнут уже в мае. Борьба с огнем на земле и в небе. Спасатели и пожарные провели масштабные учения под Первоуральском. Пришлось привлекать авиацию. ЧП, которое потрясло весь Первоуральск. Десятиклассница прыгнула с крыши школы прямо во время уроков. Сейчас девушка находится в реанимации. Никита Нехорошков поговорил с учителями и родителями школьницы. Двери реанимации закрыты, туда не пускают ни журналистов, ни родителей. Мать пострадавшей девочки не может поверить в случившееся. Утром она провожала дочь в школу, а сейчас девушка на операционном столе с многочисленными переломами. Занималась спортом, баскетболом, участвовала во всех соревнованиях, ездила на олимпиады, на школьные, на городские. Ну, в общем, она была... Ну, хорошая девочка. Я не знаю, что произошло. 16-летняя девушка спрыгнула с крыши одной из первоуральских школ. Инцидент произошел во время занятий. В 10 утра десятиклассница сделала задание на уроке информатики и вышла из класса. Зашла в соцсеть, написала пост на своей странице. Затем ее увидели уже лежащей во дворе школы. Проход на крышу школы закрыт. Ключи находятся у завхоза. Ученикам попасть туда сложно. Но девушка выбралась на крышу спортзала через форточку. Она была открыта в коридоре на третьем этаже. Девушка прыгнула с 10-метровой высоты. Учителя сразу вызвали скорую. Десятиклассницу с многочисленными переломами увезли в городскую больницу. И друзья и педагоги в голос заявляют, в смертельные игры, которые популярны у подростков в интернете, пострадавшая не играла. Занимается спортом, учится отлично. Я как учитель могу предположить, что ребенку было сложно в том плане, что она после 9 класса мечтала стать художницей, поступить в художественное училище «Шадр». Она блестяще выдержала экзамены, но не хватило балла для поступления. И она это очень тяжело переживала. Психиатры заявляют, подростки, а именно старшеклассники, находятся в самом сложном периоде жизни. Считают себя взрослыми, но психика детская. Решаясь на отчаянные поступки, подростки не до конца понимают, чем это может закончиться. Они, например, не совсем понимают, что такое смерть, не очень понимают, что будет после нее. С их точки зрения, данное действие – это и разрешение текущей ситуации, как у взрослых, но это еще и способ привлечь к себе внимание, крик души. Сейчас пострадавшая девушка находится в отделении хирургии, в реанимации. Врачи сообщили, у девочки переломы ног и таза, но внутренние органы целы. Состояние девочки тяжелое, расценивается. Имеется политравма, шок травматический. Повреждений головного мозга нет, но ушиб мозга не исключается, все-таки высота достаточно высокая. Сегодня девушка останется в больнице Первоуральска. В тяжелом состоянии врачи перевозить не решились. Завтра медики будут решать вопрос о доставке в детскую больницу Екатеринбурга. Там уже приготовили место. Этим происшествием заинтересовался Следственный комитет. А в школе работает полиция. Никита Нехорошков, Руслан Гаскаров. Новости. Первоуральск. Серьезная авария произошла в 6 часов вечера на улице Емлина. Там перевернулась иномарка. Одного человека предположительно доставили в больницу. Водитель белого «Шевроле» съезжал с дороги на Емлина во дворы. В этот момент его попытался обогнать «Инфинити». Но маневр не удался, и черная иномарка перевернулась. Водитель «Шевроле» не пострадал, у его автомобиля лишь поврежден бампер. А вот водителя «Инфинити» с места ДТП забрал реанимобиль. В Первоуральске отремонтируют 5 километров дорог. Причем запланирована именно большая стройка, а не так называемый ямочный ремонт. Первым делом возьмутся за улицы, где дорожное покрытие не меняли несколько лет. Леонид Докалов привык ездить быстро. Он профессиональный автогонщик, но на улице Орджоникидзе сбавляет скорость, кругом выбоины. Весной спортсмен уже повредил здесь колесо. За эти фар не сильная яма заметна была. Заехал передним колесом, колесо спустило. Думал, ну, просто. Обычно бывает, что спустило колесо, либо саму покрышку. Когда снимать начал, увидел, что скол на диске. Сегодня вооружился рулеткой. Убеждается, что ямы больше, чем допускает норматив. А значит, дорогу должны ремонтировать. В планах администрации реконструкция 3 улиц на окраинах Первоуральска. Именно с улицы Орджоникидзе многие прямиком едут в этот автосервис. На диске была трещина. Попали в яму. Диск треснул. И... Мы его заварили.
Ремонт улицы Индустриальной начался год назад, но доделать не успели. А Орджоникидзе и Гагарина не делали несколько лет. В отличие от окраин, внимание всегда уделялось центральным магистралям. Что нужно изменить ситуацию, решили в администрации города и собрали депутатов на внеочередное заседание. В этом году предстоит большой объем ремонта дорог. И для того, чтобы мы закончили, я имею в виду администрация и подрядчики, закончили необходимый объем работ ремонтных, капитальных работ по строительству дорог, мы проводим сегодня заседание. Тендер среди строительных организаций власти города объявят в течение нескольких дней. В мае по плану администрации уже должна начаться большая стройка. Общая стоимость дорожных ремонтов в этом году 134 миллиона рублей. К сентябрю планируют отремонтировать 5 километров дорог. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Александр Захаров, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск. В Белимбае возобновили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Администрация Первоуральска нашла нового подрядчика. Контролировать строителей теперь будут не только власти, но и местные жители. Подробнее расскажет Елена Пряхина. Стройка полным ходом. Времени на долгий перерыв у рабочих нет. Работают почти без выходных. Стоит задача возвести здание в сжатые сроки. Сейчас будем делать опалавку, потом бетон будем заливать. В поселке Белимбаево возобновили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Чтобы достроить ФОК, в этом году нашли нового подрядчика. Проектные решения у нас остаются без изменений. И на сегодняшний день мы строим по утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение экспертиз государственной. Два спортивных зала с раздевалками и душевыми должны были появиться здесь еще в прошлом году. Предыдущий подрядчик неоднократно нарушал сроки и сделал только малую часть работы. Новому застройщику пришлось начинать практически с нуля. Вот этот железобетон, он существовал, который сейчас есть. То есть из монолита заливаем мы только сейчас. Плиты почти полностью уже положили мы. И частично монтаж металлокаркаса осуществили за 2 недели. Новый подрядчик из Екатеринбурга. На его счету уже есть спортивные комплексы в Красноуфимске и Тугулымском районе. Контролировать работу строителей теперь будут сами жители поселка. Для этого создали уличные комитеты. У нас уже сформирована группа уличных комитетов, по которой мы, ну, не отвлекая, не мешая строителям, будем договариваться и в еженедельном режиме будем приходить, с мастером разговаривать, смотреть график выполнения работ. То есть нас интересует график. При населении более 10 тысяч человек в Белимбае и его окрестностях нет ни одного спортивного комплекса. В секциях дети занимаются под открытым небом в любую погоду. Расскажите. Вы все видите. Уберите эту кучу, уберите здание. Вот все. Вот только здесь, ну, конечно, глины, земли не было, трава была. Вот здесь и занимались. Строительство ФОКа планируют закончить в ноябре. И уже к Новому году сельчанам не придется заниматься спортом на улице. Елена Пряхина, Денис Храмцов. Новости. Первоуральск. Больше 100 спасателей и пожарных боролись сегодня с огнем в селе Новоалексеевское. Там горела сухая трава между лесом и частными домами. Чтобы огонь не добрался до людей и не случился масштабный лесной пожар, пришлось привлечь авиацию. На учениях побывала Светлана Вахмянина. Ми-8 завис на высоте 15 метров. С вертолета спускаются спасатели-десантники. У них есть 2 минуты, чтобы собрать альпинистскую веревку и подготовить ранцевые огнетушители. В труднодоступных местах, там, где техника не пройдет, вызывается авиация, и мы совершаем десантирование. Соответственно, приступаем к тушению пожаров. Авиация МЧС Свердловской области сегодня работает в селе Новоалексеевское. По легенде, здесь полыхает 200 гектаров сухой травы. Огонь приближается к лесу и жилым домам. На борьбу со стихией брошены силы Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды. По сценарию события происходит в мае. На улице 20 градусов жары и сильный ветер. В это время в администрации поселка развернулся оперативный штаб. Решают, как уберечь жителей от пожара. Глава Новоалексеевского докладывает, эвакуировать нужно больше 1000 человек. Жителей, 60 жителей из них уже эвакуированы своим транспортом. Кто к родственникам, кто к знакомым уехали. Необходимо эвакуировать 1300 человек, из них 320 детей. Первыми место пожара исследует авиалесохрана. Тракторы и вездеходы прокладывают заградительные рвы, чтобы огонь не перекинулся на дома. Пока пожарные разматывают рукава, на поле выходят курсанты института МЧС. На плечах у каждого огнетушитель с 20 литрами воды. Но этого недостаточно. На горизонте появляются 2 вертолета МЧС России и Росгвардии.
Такие вертолеты могут перевозить к месту пожара до 15 тонн воды. Сегодня, чтобы потушить условно горящую траву, понадобилось только 6. Этот вертолет Ми-8 МЧС России базируется в аэропорту Кольцово. После оповещения о пожаре экипаж отправился на Верхоседское водохранилище для забора воды. И уже через 15 минут был на месте лесного пожара под Первоуральском. Готовится эвакуация населения. По возможности оповестите родственников и соседей. В поселке тем временем началась эвакуация. Жители регистрируют и отправляют в автобусы. Дежурит реанимобиль. Кому-то нужна помощь медицинская, кому-то психологическая. Рассуждают, как бы действовали при реальной угрозе. Лес рядышком, дом рядышком, деревянный. Поэтому вперед хватаешь все необходимое, скотину на улицу выгоняешь и вперед на выход. Все. Автобусы с жителями Новоалексеевского отправляются в Первоуральск, в пункты временного размещения. Тем временем в зоне ЧП от огня остаются лишь черные проплешины, и командование подводит итоги учений. Все цели и задачи были достигнуты, отработано взаимодействие, и силы и средства территориальной подсистемы готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций от природного пожара. Пожароопасный период в Свердловской области объявлен с 15 апреля. Несмотря на временные заморозки и снегопады, в Первоуральске уже зафиксировано 20 случаев, когда горела сухая трава. Светлана Вахмянина, Денис Храмцов, новости Первоуральск. В Майкопе они смотрели, как производят лимонад, а в Первоуральске, как делают трубы. Российские школьники знакомятся с предприятиями страны в рамках масштабной акции «Дни в профессии». Участие в ней принял Инноватрубный. Более сотни ребят на протяжении нескольких дней знакомятся с белой металлургией. Большой цех, современное оборудование и тонны труб. Школьники из поселка Бобровский впервые видят такие масштабы производства. Показать работу предприятия изнутри – цель всероссийской акции «Дни в профессии». Старшеклассникам помогают сориентироваться в приоритетных сферах экономики, чтобы они могли осознанно выбрать будущее место работы. В масштабной акции участвуют 83 региона страны. Более 500 предприятий проводят ознакомительные экскурсии для 10 тысяч школьников. На Первоуральском новотрубном заводе уже побывали десятки старшеклассников в Свердловской области. Акция продлится до 26 апреля. Нам показали производство труб. Это было очень интересно, увлекательно. Завод очень большой, просторный, очень чистый. Мне еще понравилось то, что он такой разноцветный, красивый. Никакой тишины и книжная амнистия. Первоуральск присоединился ко всероссийской акции «Библионочь». Уже завтра городские библиотеки будут работать до позднего вечера. Кроме привычного чтения, горожанам предложат посмотреть кино, пройти квест и побывать на моноспектакле. «Библионочь» в этом году посвятили 140-летию со дня рождения уральского писателя Павла Бажова. Кроме выставки известных книг автора, для читателей подготовили развлекательную программу. Сначала посетителей проверят на знания сказов Бажова, а затем покажут отрывок из фильма. Для взрослых горожан библиотекари разыграют моноспектакль, а детям предложат поиграть в театральный чемоданчик. Всероссийская акция «Библионочь» проходит в апреле ежегодно с 2012 года. Сейчас ее поддерживает почти 2000 библиотек страны. Посетители здесь будут ждать с 6 до 9 вечера. Мы ждем всех своих читателей, которые у нас задолжали книжечки, обменять книги, можно взять новые книги. Ну и, в общем, мы в этот день прощаем все долги наши, которые у нас есть у читателей. Добро пожаловать в библиотеку. Первоуральцы голосуют за лучшую поделку. Сегодня завершился прием конкурсных работ для нашего проекта «Пасхальная корзинка». И уже сегодня началось голосование, которое будет длиться 10 дней. Интернет-голосование открыто на сайте телеканала первомедиа.ру. До 29 апреля первоуральцы будут выбирать понравившуюся работу. В конкурсе участвуют 25 мастеров. Напомним, победителями конкурса «Пасхальная корзинка» станут авторы 3 лучших работ. Первого выберет спонсор проекта, второго – редакция телеканала, третьего путем голосования определят интернет-пользователи. Поощрительные призы получат все участники конкурса. На этом наш выпуск завершен. Об интересных событиях сообщайте нам по телефону 649-2992. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи.